Ах, как приятно посидеть долгими зимними вечерами со спицами в руках. Стоп, что это мы сейчас же лето? Однако этот факт для нашей героини не помеха. Анастасия вяжет и зимой, и летом, и не одним цветом. В закромах мастерицы целая палитра ниток. А началось увлечение, конечно, с рождения дочурки. До 6 месяцев с ребенком что делать? Она спит, ну, убралась, все сделала. Дальше что? Надо занять себя. Вот руки занимала. Да занималась до того, что легкое увлечение превратилось в красную нить жизни, а для доченьки Вали в ежедневное обновление нарядов. Свою главную куколку Анастасия наряжает с удовольствием. Пройти мимо такой красоты на улице равнодушно люди просто не могут. Ой, какое красивое платье. А вы вяжете? Вяжу на заказ. А вот это платье можно купить? Первый раз вообще, ну, тут недалеко от дома были. Я говорю, ничего, что как бы БУ. Нет-нет, что вы, ну нет, так нет. Продали, дома пришли, переоделись. Итак, дорогие граждане, раздевать на улице никого не стоит. Лучше закажите заранее. Ждать долго не придется. Как говорит мастерица, такое платьишко можно и за сутки сотворить. А стоить эксклюзив будет около 3000 рублей. И красуйтесь сколько душе угодно. Сколько тебе лет? 7. Эх, где мои 7 лет? Что ж, в детство возвращаться не обязательно. Анастасия может и взрослым модницам шедевр сотворить. Главное знать, чего хочется. Платье, юбку, зонтик, шляпку и восторженные взгляды гарантированы. Однако для нашей мастерицы они ничто по сравнению с похвалой ее маленькой модели. Вот самое красивое платье. На наш взгляд, сложно выбрать самое красивое, как и сложно уследить за технологией вязания. Такую скорость Анастасия смогла развить всего за 3 года. До этого спицы в руках не держала. Я люблю сериалы так смотреть. Правда, я их не смотрю, слушаю. А меня мужа раздражает вот это вот. Ты можешь посидеть, руки положить, а он как бы... Я уже не могу, у меня вот рядом лежит что-нибудь поковырять. Вязащий даже есть такое, поковырять на ночь глядя. Глядя на мастерицу, понимаешь, что человеку подвластно все. Стоит только захотеть и не лениться. А там и восторженные взгляды, и благодарность, и достаток обеспечены. Связать свою жизнь с любимым делом легко. Мы в этом убедились, чего и вам желаем.